нами на прямой связи Валентин Казарьян, реконструктор. Доброе утро. Доброе утро. Валентин Сергеевич, ну, во-первых, вопрос, который меня лично интересует. Доброе утро, как, друзья. Как вообще в вашей жизни появилась профессия реконструктор? Как вообще вот вы видели в себя в этом и нашли себя в этом? Знаете, заниматься реконструкцией я начал уже больше 6 лет назад. Наш командир нашего отряда реконструкторов военно-исторического клуба «Отечество» около 6 лет назад пригласил меня поучаствовать в одной из реконструкций, посвященных освобождению Симферопольского района. И ну, с тех пор я теперь занимаюсь реконструкцией. В принципе, это не сложно, это очень интересно. Интересно, когда это, по сути, это твоя жизнь, ты, это основное хобби. Скажите, говоря о фильме «Третий фронт Крыма», насколько для вас это была интересная работа, быть может, уникальная в своем роде, и какие усилия пришлось приложить для того, чтобы реализовать все поставленные задачи? Но это уже не первая работа, где мы сотрудничаем с вашим каналом. Перед этим мы участвовали в съемках, посвященных по партизанскому отряду командира Чуба. Ну, сложно, понимаете, мы не профессиональные актеры. Мы принимаем тот образ, который ну, нам ставят да, задачу определенную. То ли ты боец партизанского отряда, то ли ты связной, то ли ты местный житель. И мы как надеваем этот образ на себя, мы проживаем его. Мы его проживаем. Я не могу сказать, чтобы это было сложно. Тем более я из того еще поколения, которое застало бабушек, дедушек, непосредственно выросла на их рассказах о войне. Я не могу сказать, чтобы это было сложно. Это интересно. Валентин Сергеевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее, кого же вы сыграли в этом фильме и ваши коллеги, возможно, расскажите об их участии. Я сыграл бойца партизанского отряда, который непосредственно мы принимали участие в прочесывании леса в поисках скинутого самолета, нашего самолета пайка с продуктами, с боеприпасами. Также мои друзья тоже играли роль командира партизанского отряда, бойцов партизанского отряда, местных жителей. Ну, понятно, и со стороны противников тоже принимали участие реконструкторы, это имеется в виду немецко-фашистских захватчиков, играли роли. Как по-вашему, Валентин, насколько качественная картина получилась в итоге? Ну, я надеюсь, она получилась качественно. Съемки проходили легко, на позитивных эмоциях. Поэтому, я думаю, она получится очень качественной, и зрители оценят ее. Валентин Сергеевич, спасибо большое за то, что вы сегодня утро встретили с нами, поделились такой, скажем, инсайдерской информацией, пока фильм еще не представлен для широкого пользования и зрителя. В любом случае, мы вам желаем всего самого хорошего. Не болейте, пожалуйста, и удачи вам в ваших дальнейших планах и начинаниях. Хорошего дня. Спасибо.